Ребят, всех приветствую. Ну что, вчера у нас запустился очень такой классный сервис для раскрутки канала в Телеграме. Что могу сказать? Сегодня один день прошел всего лишь, да, у меня уже больше 100 подписчиков. Это при том, при всем, что я узнала об этом сервисе буквально за один день до его запуска. Но я сразу же туда зашла. И, честно говоря, результаты очень-очень радуют. И, с другой стороны, хотела записать такое видеообращение. Я думаю, что каждому интересно, кто же публикует контент, да, потому что мы сейчас подписываемся на каналы друг друга и понятия не имеем, чей же этот канал. У меня канал вообще абсолютно новый. Я там на скорую руку опубликовала только лишь одно видео. Вот, но считаю, что необходимо как бы познакомиться, да, поэтому создала такое видео. Обращение, ну, опять же, на скорую руку. Вот, надеюсь, что работа будет плодотворная. Но у меня несколько ресурсов. Я, кроме этого канала, который только вчера создала, у меня еще есть сайт. И, собственно, я сейчас в своем бизнесе ушла полностью в интернет. Ну, по той простой причине, что другие технологии уже тихо-тихо уходят у нас в прошлое, да? Составление списков и вся эта прочая... Прочая ерунда. Поэтому согласитесь, что разговаривать со своими потенциальными партнерами становится все сложнее. Почему? Потому что каждый идет в интернет и ищет ту информацию, которая она ему нужна. И уже с той стороны он ее видит совершенно по-другому. Вот. А когда ты что-то предлагаешь человеку, звонишь, говоришь, ну ты посмотри, ну классный же бизнес, ну тут же можно денег столько заработать. Реакция другая. Поэтому сервис нужный, канал, бизнес-канал нужен для нас, для каждого. Поэтому присмотритесь к сервису. Я очень довольна.